Сегодня будем устанавливать видеорегистратор модели VS400 DVR номер 122 в автомобиль Skoda Octavia A7. На Volvo у вас нет? Нет, это универсальный регистратор. Видеорегистратор у нас выглядит таким образом, никакого экранчика, ничего, все управление осуществляется со смартфона. Подробный обзор у нас уже есть на канале, ссылочка будет в описании. Мне кажется, повыше надо, да? Мне повыше? Кажется, да. Видишь, дворник у нас идет, он закрывает. Да. Ну, вот так вот можно поставить. Вот так. Все, я понял. Может, до конца вверх. Он там прям провод убирался туда, прям туда. У нас есть такой провод питания. У него как бы три конца здесь. Этот черный — это масса под штатную гайку. И вот есть красный и желтый провода. Написано на ЦЦ. Это значит либо зажигание, либо ключ в замке. Ну, неважно, короче говоря. Тот сигнал, который при ключе появляется. Ну и, естественно, пропадает, когда мы ключ вот так вот вынимаем. Все гаснет, и здесь должен погаснуть как бы этот. Ничего не должно быть. А это постоянный плюс. Всегда на нем должно присутствовать питание. Значит, у нас вот здесь вот. Здесь вот есть блок предохранителей. Вон за этой штукой. Вот мы его достанем. Крышечка здесь вот поддеваем. И вот так вот вынимаем. Все. Вот блок предохранителей. Сейчас мы сюда посветим фонариком. Вот здесь очень много свободных клемм. Вот это постоянный плюс у нас есть. Вот видите, здесь нет у нас ничего сейчас. Где ключик? Ключик. Вот он. Вставляем ключик. Вот у нас появился сигнал, значит. О, тут у нас еще механика. Ой-ой-ой. Что у нас? Завели машину, проверили, что все в порядке, выключили. Ну вот, в принципе, этот сигнал нам подойдет. Клемма свободна абсолютно. Здесь, возможно, должно быть какое-то дополнительное оборудование, но его здесь в этом автомобиле нет. Мы сюда просто воткнем этот предохранитель. Сюда воткнем постоянный плюс, а сюда мы воткнем появляющийся. В принципе, а вот здесь вот есть еще гайка у нас, вот тут вот, которая держит блок предохранителей. Вот она, вот эта гайка. Либо вот это, либо вот это. На них мы посадим массу. Вот мы отогнули стойку. Здесь жесткие металлические пистоны. Нужно взять жесткий съемник, либо отвертку и аккуратненько отжать. Сейчас я возьму. Надо? Так, вот у нас отвертка. Оп, вот он, жесткий пистончик. Также здесь. Оп, все, ничего не сломалось, все у нас вышло наружу. Оп, вот она стоечка. Подушки здесь нету. Если бы была подушка, было бы еще дополнительный бы кривой пистон. Ну, там все то же самое. Легко все понять, как принципиально. Это вот можно снять, чтобы удобнее было провод притащить. Обезжириваем поверхность стекла и наклеиваем сам видеорегистратор. Так он у нас выглядит снаружи. Да? Да. Пленочку надо только снять сразу. Что-то может где-то перегнуто или еще что-то. То, что бывало, ага. Под жабо. Поставили, и там вот такая штырь. Так, все, нам осталось спрятать проводку и подключиться в блок предохранителей. Как, но у меня две машины, две входа было с одинаковыми. Вот этими тоже проводами. Так, потихонечку заправляем. Двух машин очень поставили. Там ребята говорят, ну если не заведете, типа видите. Изоленточкой. Зафиксирую.
на всякий случай, чтобы не гремело на мягких. Поставил. И его перебирали. Дальше будем притягиваться хомутами к штатной проводке. Готово. Ладно, не буду работать. Макс на камеру работает. Ну, этот вискер у него уже... Миллион подписчиков. Миллион. Здравствуйте, дорогие подписчики. Сейчас пойду, там как раз тачка стоит у него на клейке. Вы знаете, а то он сейчас перевтенисывается. Да. Ладно, побегу я. Вот у нас принципе есть. Сейчас мы проверим. Все, есть у нас свернул один. Здесь он пожестче сидит, потому что это под большую клемму, а у нас под маленькую клемку. Вот. Ну и здесь тоже можно посмотреть. Вот у нас нету ничего. Поворачивай. Ага, вот он появился, заводи. Извиняюсь. Давай. Вот он не пропал никуда, ничего. Выключай. Ага. То же самое под нашу клемму. Под нашу маленькую клемму. Все, не болтается, все нормально. Вот, чтобы контакт был хороший. Излишки провода. Буду сейчас сложить. Лишний проводочек сматываем и спрячем его. Так, вот и все. Наша установка практически завершена. Сейчас Максим обратно все устанавливает стоечку. Видеорегистратор у нас установлен. Флешка в нем уже установлена. И сейчас посмотрим, собственно говоря, как он будет у нас снимать через смартфон. Итак, устанавливаем приложение DVR-N3. Открываем. И далее мы следуем инструкциям. Нам необходимо подать питание. Включай. Садись, Галь. Нам необходимо подать питание на наш видеорегистратор. Загорелся индикатор. У нас видно его. Загорелся. Угу. И теперь следуем инструкциям из приложения. Включить iPhone. Здесь выбираем карту DVR M5. Здесь пароль от 1 до 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Подключим. Подключаемся. Есть. Теперь идем в приложение. Идем обратно в приложение. И вот у нас регистратор показывает карту. Ниже, выше надо делать? Нет, мне кажется, не надо. Ну, по-моему, очень даже неплохо. Видите? Все, вот у нас капот виден, номер впереди стоящего автомобиля виден четко. Ну и вот на встречке тоже автомобиль тоже видно, все хорошо. Все, запись идет. Все нормально.
Установка закончена, за время установки меньше полчаса. Спасибо техническому центру «Пионер» и Максиму. Все, пользуйтесь.